Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня расскажу про сплит-систему Samsung AR5000HM. Не пропустите выход нового ролика, для этого подпишитесь на канал и активируйте колокольчик. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами оставлю в описании под видео. Для поддержки канала делитесь мнением в комментариях и ставьте лайки. Минималистичный дизайн кондиционера позволит вписаться практически в любой интерьер. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков, оба белого цвета. Внутренний блок имеет закругленные края. Для подключения используется стандартный сетевой провод. В комплектацию входят элементы, необходимые для монтажа. На лицевой панели находится скрытый дисплей. Экономьте каждый день ваши расходы на оплату электроэнергии, используя кондиционер с цифровой инверторной технологией. Этот кондиционер поддерживает требуемую температуру без частого включения и выключения электродвигателя, что уменьшает скачки напряжения в сети питания. Кроме того, в нем используются сильные постоянные магниты и специальный глушитель, что снижает уровень рабочего шума, увеличивает рабочие ресурсы, позволяет снижать энергопотребление, быстро и эффективно охлаждает воздух в комнате. В режиме быстрого охлаждения вентилятор работает на максимальной скорости, после чего скорость вращения вентилятора снижается. В результате воздух в помещении охлаждается или нагревается быстрее по сравнению с обычным режимом, и нужная температура достигается за максимально короткое время. Это позволяет быстро почувствовать облегчение после пребывания в условиях высокой температуры вне помещения. Убедитесь в том, что воздух, которым вы дышите, всегда чистый и свежий. HD-фильтр улавливает пыль, взвешенные в воздухе загрязнения и аллергены, такие как пыльца, споры и шерстинки домашних питомцев. Кроме того, этот фильтр можно промыть, и все, что для этого нужно, это сполоснуть его водой, и он снова готов к использованию. Крепкий спокойный сон каждую ночь. Режим «Спокойный сон» автоматически контролирует и с высокой точностью поддерживает температуру, создавая идеальные условия для каждой фазы вашего сна. В результате вы получаете в награду драгоценные лишние минуты сна и ощущение свежести после пробуждения. Создает комфортную воздушную атмосферу в каждом уголке комнаты. Функция отклонения жалюзи в двух направлениях автоматически контролирует направление воздушного потока, благодаря чему воздух быстро и равномерно распределяется по пространству комнаты, обеспечивая максимально комфортную атмосферу. Оставайтесь в условиях комфортной прохлады существенно дольше. Покрытие DuraFin Plus защищает конденсатор от ржавчины, что обеспечивает оптимальную работу теплообменника. Его превосходные антикоррозионные свойства были доказаны во время 480-часового теста Salt Spray Test SST. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Трещит пластмасса, из которой он сделан. Габаритный, как для девятки. Странный отклик пульта с задержкой. Теперь перейдем к положительным. Есть гарантия большая. Антибактериальный фильтр. Хорошо регулируемый воздушный поток. Тихий и на холод, и на тепло. Мало тянет электроэнергии. Хорошо выглядит и работает. Лаконичный дизайн. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Жду ваши лайки и комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».